Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. К 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой. Документальный проект «Анна Ахматова. Мужество». В воскресенье в 22:30 на Интере.